штабе Одинцовского отделения «Единой России» прошел личный прием жителей по вопросам предпринимательства. Помимо окружных депутатов, на вопросы заявителей отвечали представители торгово-промышленной палаты округа и местной общественной палаты. Всего к единороссам обратились 10 предпринимателей муниципалитета. Также партийцы обсудили возможность сотрудничества с предпринимательским сообществом. Один из перспективных вариантов – проведение лекций по ведению бизнеса для молодежи.